Наконец-то я дома. Сегодня был просто бешеный день. У меня самое его приятное завершение — это то, что мы с друзьями наконец-то собрались на тематической нашей посиделке, которую мы устраиваем. Называется она «Борщ-пати». Да-да-да, сегодня я съела столько борща, сколько не ела вообще за последний год. Конечно же, вегетарианского. Для меня Мариночка готовит специально вегетарианский борщ. Ну и хожу уже который день, кайфую от своих косичек. Я уже их заплетаю второй раз в жизни. Первый раз была осень, когда я снимала видео «Клинок». И тогда я ходила дольше, сейчас мне их гораздо раньше придется расплести, потому что будут съемки в очень секретном проекте, где, к сожалению, косички не разрешили. Вот, но получаю очень много ваших комплиментов о том, какие они прикольные.